Здравствуйте, меня зовут Ирина Кузнецова, и с вами Практика ТВ. Сегодня я вас научу вязать квадрат в классическом исполнении в технике пейчворк. Значит, что нам нужно для этого? Ну, соответственно, нам нужно иметь спицы и какую-либо пряжу. Значит, в данном случае мы наберем с вами классическим способом 17 петелек. Обязательно нужно нечетное количество петель для того, чтобы выполнить квадрат. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Запомните, это у нас с вами был наборный ряд. Следующий ряд, он будет изнаночный и называться будет формировочный. Первая петля снимается, как в классическом вязании. Провязываем изнаночными петлями и пересчитываем 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. То есть все петли на месте. Все 17 петелек. Значит, 17 петель мы должны будем с вами разделить квадрат на две равные части. 17 пополам не делится, вычитаем одну. Значит, у нас с вами получается 16 петель. Одна это будет центр квадрата. С правой стороны у нас будет 8 петель. С левой стороны также 8 петель. И центральная нечетная петля, она дает как раз середину квадрата. Значит, теперь мы с вами, раз у нас 8 петель, первый ряд, кромочная, 6 лицевых, 3 вместе, то есть центральная петля, 1 петля с левой стороны квадрата и 1 петля с правой стороны квадрата. Вот они и есть, 3 петли, которые мы возьмем за заднюю стенку и провяжем лицевой. Вот такая центральная часть квадратика у нас с вами получилась. С этой стороны, значит, тоже должно быть 6 лицевых и кромочная. Вот я их отвязываю. И кромочная. Вот они все на месте петли. Значит, таким методом мы с вами определили центральную часть квадрата, чтобы она не потерялась. Поворачиваем на изнаночную сторону. Первая петля снимается. 6 изнаночных. 4, 5, 6. Чтобы красивая центральная часть была на лицевой стороне квадрата, нужно поступить вот таким образом. Нить перед работой. Петля снимается. Отвязываем опять 6 изнаночных. И кромочная. Поворот на лицевую сторону квадрата. То есть лицевая сторона квадрата – это лицевые петли. Изнаночная сторона квадрата – это изнаночные. Значит, теперь у нас с вами идет уменьшение петель. Кромочная, 5 лицевых. 3 вместе, центральная петля, вот она. 1 петля с правой стороны квадрата, другая с левой стороны. Берутся все вместе за заднюю стенку, провязываю лицевой. Я собрала в центральной части квадрата 3 петли. И опять продолжаем 5 лицевых, кромочная. Поворот
У нас с вами идет сейчас изнанка квадрата. На изнанке квадрата кромочная, 5 изнаночных. Вот центр квадратика. Нить перед работой, петля снимается. То есть она не провязывается. Опять 5 изнаночных. Кромочная. Значит, в нашем случае это идет закрытый квадрат. Закрытый квадратик. Мы его закрываем сейчас с вами. Видите, уже уменьшается с одной стороны петли, и с другой стороны квадрата тоже идет уменьшение. И плюс ко всему идет у нас центр, центральная часть квадрата. Это ориентир. Продолжаем. Раз мы уменьшаем петли, значит и количество петель сейчас будет тоже уменьшаться на одну. То есть с каждым лицевым рядом мы уменьшаем на одну петлю с помощью вот этого центрального закрытия трех вместе. У нас с вами получился вот такой квадратик, еще не полностью я его закрыла. Я продолжаю закрывать. У меня здесь осталось 5 петелек. Сейчас я его дозакрою. Кромочная снимается. Одна. Так, у меня уже здесь 5 петель. Вот смотрите, кромочная снимается. 3 вместе за заднюю стенку. Кромочная провязывается. Теперь обратите внимание, что изнаночный ряд провязывается всего лишь одна петля. Значит, кромка снимается. Затем снимается петля нить перед работой. И только последняя кромочная провязывается. Это обязательно нужно сделать. Некоторые забывают об этом, но обязательно нужно провязать. Теперь я покажу, как закрываются последние 3 петли. Значит, кромка снимается. 2 последние провязываются лицевой за заднюю стенку. И кромочной петлей я делаю протяжечку, то есть перекрываю получившуюся вновь петлю. Вот у нас с вами получился, смотрите, закрытый квадратик. Вот такой, с центральной, красивой такой вот дорожкой. Сейчас я покажу, как набрать следующий квадрат. Откуда его взять, этот квадратик? Значит, мы будем с вами. Петля уже идет в счет. Помним о том, что у нас с вами 17 петель. Значит, мы сейчас наберем по одному ряду, по кромке, вот по этой, вот смотрите, наберем с вами 8 петель. Так, нет, здесь будет 9 петель. И 8 петель мы с вами наберем воздушным способом. Для этого я сейчас возьму и поменяю ниточку. Обратите внимание, как я поменяю цвет. Значит, теперь я раскрываю эти 3 последние петли. Вот так. Раскрою их, чтобы ввести другой цвет. Так как у нас с вами техника пейчерк, я хочу показать, что... как красиво будет смотреться другого цвета рядом стоящий квадратик. Значит, кромка у нас с вами снимается. Последние 2 петли я уже другим цветом начинаю закрывать. И кромкой вот этой опять же укрыла. То есть я повторила все то же самое, но только ввела новый цвет. Теперь мы набираем с вами по кромке новые петли. Помни о том, что у нас 17 петель. Как правило, я это делаю под обе стенки. Вот две стенки кромочной вот этой петли. Значит, одна у нас уже есть. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9-ю петлю возьму вот из наборного ряда. Вот видите, не очень удобно бывает работать спицей. Для этого у меня всегда есть крючок в помощь. Я возьму 9-ю петелечку, наберу крючком и воздушным способом начинаю набирать,
оставшиеся 8 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Помните о том, что это у вас наборный ряд. Теперь у нас идет следующий изнаночный ряд, как формировочный. Первая петля по правилам провязывается. Обязательно нужно провязать. И остальное мы просто с вами провязываем все изнаночными петлями. Пересчитываем. Это ли количество петель у нас получилось? 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И последняя 17-я петля. Можно здесь сделать закрепочку. Я ее делаю, как правило, таким вот узелочком, чтобы петелька не распустилась. Вот так. Значит, мы теперь на лицевой стороне находимся. Помня о том, что у нас с вами 17 петель, значит, центральных 3 мы сразу выделяем. Это по центру квадрата будет находиться. И продолжаем с вами закрывать уже следующий квадрат. Кромочная. 6 лицевых. 3 вместе за заднюю стенку лицевой. Вот смотрите, вот она центральная петля. Одна петля с правой стороны квадрата и одна петля с левой стороны квадрата. Вот центр будет у нас с вами определен самого квадрата. 3 вместе за заднюю стенку. Продолжаем. 6 лицевых. 1 кромочная. Поворот на изнаночную сторону квадрата. На изнанке мы будем сейчас делать все то же самое, что делали и в предыдущем квадрате. Кромочная, 6 изнаночных. То есть то же самое количество петель. Нить перед работой, центральная петля квадрата снимается, не провязывая ее на спицу. Переснимается. Продолжаем дальше. 6 изнаночных и кромочная. Итак, у нас уже почти готов второй квадратик. Мы его сейчас закроем до конца, до образования одной петли. Вот смотрите, как симпатично смотрится один за другим квадратиком. Без всякого шва присоединен. И можно будет вязать такое прямое полотно. Закрываем до конца квадрат. Значит, у нас осталось здесь 5 петель. Кромочная. 3 вместе за заднюю стенку лицевой. И в конце кромочная. Поворот. На изнаночной стороне, помните, когда осталось 3 петли, нужно будет провязать всего лишь одну последнюю кромочную петлю. Снимаем кромку. Нить перед работой петля снимается. И последняя кромочная только провязывается. На лицевой стороне у нас с вами идет закрытие последних 3 петель. Хотите, меняйте цвет. Хотите, первый цвет используйте, чтобы чередовалось. Вы уж смотрите, здесь можно все остатки вывязывать, и получится интересное, красивое полотно, разноцветные квадраты. То есть в этой технике хорошо и пледы вязать, и наволочки, и свитера. Кто что придумает, то, пожалуйста, и вяжите. Значит, снимаю кромочную. Последних 2 петли вяжу за заднюю стенку лицевой. Не получилось. Сейчас еще раз попробую. Лицевой. И кромочной петлей я укрываю последнюю получившуюся петлю.
у нас осталось, получилась одна петля, которая идет в счет уже следующего квадрата. Мы с вами опять же набираем по стенке и еще воздушным путем петли, то есть чтобы продолжить вязание по прямой, значит, идет набор по стенке квадрата и еще воздушным набором идет добор петель, которых не хватает.